Бискут, привет. Привет! Мы бегаем трусой. Сегодня у нас бег, парный бег. Вместе с сестричкой выбежали на пробежку. Классно бежать вдвоем. У нас еще дыхание пока не перестроилось на пунктирное. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Все нормально, да? Мы договорились бежать очень в таком демократичном темпе. На пару, извините, если ветер. У нас ветра сплошные. Видео записывать невозможно иначе. И я говорю, если кому-то из нас понадобится пауза, остановиться, ну мало ли что, значит, мы останавливаемся. Никто не вырывается вперед, никто не отстает. Бежим рядышком, плечо к плечу, максимально комфортный темп. И скоро начнем разговаривать. Со стороны не поснимаешь. В общем, мы бежим сейчас на площадочку. Там я буду бегать, продолжать. Сестричка будет делать свои упражнения, отжиматься, там что-то подтягиваться. Ну, в основном растяжки делать, что свои нюансы. А старшая сестричка будет круги наворачивать вокруг. А потом тоже повешу на турничке. Таков у нас план. После этого еще чуть-чуть, может, пробежимся до станции, где сядем, кофеечку попьем. Как ты, сестра? Отлично, отлично. Как темп тебе? Великолепно. Мой. Скажи, такой демократичный джогинг. Я тоже в таком темпе периодически бегаю. Очень удобно. Не задыхаешься, не устаешь. Ну так и правильно. Разумная кардиотренировка. Весело с кем-то бежать. Даже, знаете, говорить не надо. Когда рядом человечек дышит, плечо, плечо. Ну, одним словом можно каким-то или сказать что-то. Ха! И тебе тоже в ответку. Бежим, сестра говорит, что лимфа пошла очищаться. Как она у тебя очищается? Ну, чувствую, как начинает. Потеть начинает. Потеть начинает она. У нее лимфа в виде пота ощущается. Да. Вот так, ребята, у каждого свое понимание. Солнышко выходит. У меня и очки. В общем, все для того, чтобы призывать лето. Я призываю лето. Приди хотя бы на август. Оля, давай вместе позовем. Приди на август, лето. Ой, жарко. Как тебе в моих очках, сестра? Ой, очень классные очки спортивные. Не ожидала, что это так будет. Все закрыто, нигде ничего. Супер. Тебе не искажает, как ты вот? Нет, нет. Вот в этих очках, несмотря на то, что экран такой... Ничего ага. Не искажает. Отлично. Да, просто. Они мне тоже нравятся, они дымчатые. Вот сейчас вот, ну... Да, они отзеркалят, глаз не видно. Это хорошо. Я не люблю еще, когда мои глаза видно. У этих вообще не видно глаза. Ну, знаете, иногда хочется не делать прямого зрительного контакта. Вот так ты бежишь, кто-то и так идет навстречу, смотрит на тебя. И иногда не обращаешь внимания. Иногда раздражает. Когда смотрят какие-то люди навязчиво. В козырьке жарко, кстати. Снять его, что ли? Фух, у нас уже половина пути за плечами. Как ты себя чувствуешь? Супер. Что ты решила заниматься кунг-фу? Вот ну, мне... Во-первых, это мое любимое единоборство с детства. В детстве я стеснялась, потом не было времени. А сейчас у меня достаточно времени, и я занимаюсь любимым видом спорта. Вот, вот так вот, короны свой. Опа! А ну, хоп! А еще с разворота могу. Ну давай, только аккуратненько. Опа, занесло трошки. Я бегаю трусцой, я делаю джогинг. О, есть ли разница в том, как я бегу, потому что я держу всегда телефон рукой, этого не видно. Ну, в общем, трусца, она есть трусца. Я как прыгаю, как мяч, подпрыгиваю слегка. А если джогинг, то вообще кошачий шаг. Тут главное самочувствие, тут главное настроение. Ну и вот как карта легла. Знаете, как побежала. Как сердце стучит, но я перехожу на правильное дыхание. Это и... там в Стамбуле, да? Да, да. Ага. Во-первых, жара. Ну да. Под горку везде. Ну да. Поэтому нагрузка другая. А тут я бегу как будто бы ну вообще ни о чем. Ну естественно. То есть сердечный ритм в норме. Угу. Дыхание отличное. Ну, супер просто, это классно, конечно. Ну, конечно, потому что, во-первых, в горку это отличная тренировка, а здесь вот ровная дорога, устойчивость к высоким температурам. И поэтому, кто самые лучшие марафонцы? Африканцы.
маленькие, худенькие и к жаре привыкшие. Ну, может, там и горы есть, я не знаю. Ну, по крайней мере, это все дает выносливость. Преимущество парного бега. Слушайте, расстегнулся бюстгальтер сзади. Вот не знаю. Шевелилась, так бежала. И сестра взяла и застегнула. Вот, бежала под дна. Пришлось бы все руки заламывать за спину. Спасибо. Пожалуйста. И слизняки коричневые. Какие они упитанные. Я таких не видела. Обычно они на улиток похожи телом. На этой дорожке я видела вот таких улиточных. Вот такого оранжевого вижу первый раз. Сегодня их много. Че говоришь? Ой, смотри, какого сестра нашла. Вкусняшку. Наконец-то свободные ручки. Могу двумя руками песком привет сказать. Давай мой телефон. Хозяйки. Вот. Ольга. Светлана, суслик, хомяк на пробежке. Это наши клички подпольные. Это наши шутки. Только мы имеем право сейчас так шутить. Сейчас мы бежим заниматься на городок спортивный. Сестра чувствует себя прекрасно. Она натренировалась у себя, где она живет. В жарком климате стамбульском бегать по горкам, пригоркам на жаре. Вот даже чайки засмеялись. Ой, как классно. Движение, жизнь. Хочется еще больше двигаться. Километра на два хочется замахнуться. Сестра специально вот так работает руками, она разминает мышцы спины. И грудную мышцу. И грудную, говорит. Разгоняет. Я вижу фонтан по ходу парохода. Сейчас нужно сполоснуть рот. Я даже проглотила, такая вкусная вода. Сестра, нидерландская вода из-под крана. Офигенно, классно. Просто пить, открывать кран и пить, я уже давно такого не помню. Да, у нас хорошая вода из-под крана. Я не знаю, в каких еще странах, но я знаю, по Европе есть граждане, которые гордятся, что у них тоже из-под крана идет хорошая питьевая вода. У нас тоже, даже вот на городских таких точках. Просто это просто хорошо. Знаете, ты бежишь, даже не надо с собой здесь бутылку брать. Главное знать маршруты. Но если ты бегаешь от парка до парка, то в каждом парке и в такой более-менее большой детской площадке будет стоять фонтанчик. Вода будет и летом, и зимой. Вот так вот. Так что можно себя не обременять бутылочкой. Смотри, вот эта площадка. Да. Я оставила сестру на площадке. Воркаут. Хорошая площадочка. Сама побегаю, она потренируется. Потом пойдем кофе где-то выпьем. Ого! Сейчас я сфотографирую. Да. Ты не порвешься? Удобненько? Классно. У нас таких турников нет. Ну, у вас есть другие турники. У нас есть чайник. У нас чай есть. Да нет, у вас много всего здесь не надо. Места надо знать. Видимо, но не в моем районе. Ну, у тебя тоже есть там тренажерчики. У тебя тренажерчики, а это воркаут площадка, понимаешь? Пожалуйста. Легкая. Можете себе позволить. Там высоко уже. Молодец, молодец. Легенькая. Ну, в общем, ты позанималась, я тебя не тревожила. Хорошо размялась. Это воркаутная площадка, видишь? Здесь она всегда чистая, здесь всегда за ней ухаживают, какая погода ни была, потому что это парк как бы муниципального ухода, значения. Здесь специальное предназначение тренироваться людям бесплатно. И проводить время за полезными привычками. Такой пафос, но как бы оно так и есть. С пенкой. Посидим или пройдемся? Пошли пройдем. Спасибо за внимание и всем физкульт-привет. Хороших пробежек!